А как-то у нас все удачно получается. Выбираем самый холодный день, минус 24 на улице, и приезжаем на вокзальную 3/9 для того, чтобы вам показать новогодний магазин «Вираж». Это очень хорошо, когда магазин идет к вам. То есть хорошо, когда вы сюда приезжаете на выезд из города Магнитогорск в сторону озера Соленое и покупаете себе все, что надо. Но сегодня и сейчас «Вираж» идет еще и ближе к городу, потому что здесь не всегда удобно. А вот в другое место, вот туда мы сейчас проедем. А для начала заглянем сюда. И из новинок. Запчасти в наличии на заказ для иномарок, а также то, что нужно каждому пипловодцеводу. Итак, «Вираж» идет к вам. Но «Вираж» идет к вам в самое холодное время. Дело в том, что наступают крещенские морозы. Это 2 недели, когда температура на улице будет минус 25 градусов. Что делать? Естественно, использовать автомобильное тепло. Это такие одеяльца, которые укладываются на двигатель. При этом эти одеяльца, они настолько качественно сделаны, что машина экономит до 20% топлива. Немаловажно. Ну и естественно, как же не без приятных вещей-то. 2-тонный подкатной домкрат. 1000 рублей, халява. А теперь, если у вас, допустим, загорелась лампочка какая-нибудь, или вообще необходимо продиагностировать автомобиль. По предварительной записи, вот таким новеньким тестером, здесь абсолютно легко продиагностируют любую машину, в том числе и коммерческий транспорт. Цены «Виража» в действительности радуют. Есть и для того, кто хочет покруче, есть и для обыкновенного человека, просто ездящего на коне своем железном. Масла, аккумуляторы, все это есть. Если вам нужны оригинальные масла, то вот они, пожалуйста, верхняя линейка есть на все распространенное. Toyota, Nissan, Ford, General Motors и Mazda, в общем, все хватает. Если вы хотите что-то покрупнее, ну, в смысле, не покрупнее, а в смысле большего качества, то, естественно, вот, пожалуйста, все. И Эльф, и Хеликс, и Матюль. Ну, а подешевле, как же, не без этого-то, если мы идем ближе к вам. На аккумуляторы стоимостью в минус 30%, это вот Акомы. Но если вы принесли свой аккумулятор, то вас здесь его приняли, еще и вычли, и получилось совсем дешево. Ну и из того, что необходимо. Тепло для гаража и спеццены на Акумы. И вот оно самое главное, чтобы еще подешевле. Дело в том, что аккумуляторы живут 3 года. Извините, больше не получится. Дальше просто используйте их в качестве альтернативных источников питания. Вы же на Урале живете, а на Урале нас как зимой? Минус 25 это норма. Я себе поставил новые аккумуляторы, поэтому завожусь. Но если вы хотите заводиться так же легко и не париться вообще ни о чем, то вот, 1695. Нормальная 55-ка. В общем, здесь все в порядке. Цены айс, наличия хватает. Но как насчет расширяться? А запросто. Тем более местечко хорошее в центре города есть. Здесь, на улице Ленинградской, открывается новый «Вираж М». Как же подойти к вам поближе? Приехать сюда, на Ленинградскую, 41. Торговый центр, помните, цветами занимался? Так вот это здесь. Чуть выше, получается, чем Карла Маркса, до Суворова не доезжаем. Но как сделать еще и хорошие цены? Очень просто. Плавные скидки, увеличивающиеся от количества купленного. К примеру, если вы купили автомобильную резину на 10 тысяч рублей, то минус 10% скидка. Нормально? Ну и, конечно, спецайс-цены – дело временное, до конца января. Но что-нибудь «Виражок»-то придумает. Желание двинуть конкурентов есть. Есть и то, что сдвинет мировых лидеров и подвинет тех, кто разменивается по мелкотравчатым каналкам. Я зашел, убедился, цены низкие. Вы качеством товара довольны ценами? Да, я очень доволен качеством товара, очень большой ассортимент, хороший выбор, огромные скидки. Все очень нравится, ну, близко к подъезду. Еще приятно, да, когда на что-то купил на 10 тысяч, и в январе месяце еще минус 10%. Да, очень приятно, хорошие скидки. И наш традиционный длинный панорам в натуре. Хотели увидеть многое? Практически все. А вот вам традиционный обзор наличия из того, что есть. Есть ли у кого-то столько же? А посмотрите. Если нет, то только в «Вираж». Теперь это сеть «Виражей» с буковкой «М». Ну и вот он, самый замечательный адрес. Ленинградская, 41. Александровский сад, помните? Здесь постоянно наряжались автомобили. И сегодня половина «Вираж М». Место, которое просто создано для вас. То есть «Вираж М» пришел в центр города. Очень удобно.